Всем привет, это Warlord. До 100 тысяч на моем канале остается буквально 300 подписчиков. И сейчас я покажу вам, что я делаю в преддверии этого. Я стараюсь доделывать свою коллекцию мини-фигурок, то есть расставляю пластины. Сейчас по порядку вам о всем расскажу. Но вот у меня здесь есть три пластины, которыми я сейчас занимаюсь. Практически их уже закончил. Самая правая пластина, сейчас давайте начнем с нее. Там у меня Майнкрафт. Не уверен, что все фигурки, но большинство уж точно. Также они у меня соседствуют с несколькими фигурками по эльфам и коллекцией мини-фигурок по Лего-фильм «Бэтмен». Помимо мини-фигурок из коллекции мини-фигурок, здесь также есть «Бэтмен», «Экскалибур» из Lego Dimensions и три фигурки из блистера по «Бэтмену». На средней пластине у меня есть фигурки по Lego Castle, и помимо этого фигурки, которые я смог найти к этому видео, здесь точно не все, по «Властелину колец» и «Хоббиту». Ну а на самой левой пластине у меня в основном только фигурки из серии «Креатор». Ну, конечно, есть одна фигурка из «Ультра-агентов», одна по «Лего Муви», ну, в общем, в основном «Лего Креатор». Ну и также вот собрал мою пластину по «Пиратам». Она, конечно, довольно небольшая, но, тем не менее, мне все эти фигурки нравятся. Я считаю, это одна из моих любимых серий по фигуркам. Все-таки они очень здесь крутые. Если хотите, посмотрите мое видео с коллекции. Я там подробно про каждую рассказывал. Ну и да, я нашел себе фигурку Элизабет. Самое главное, вот те пластины, которые у меня пока полностью готовы. Здесь их у меня сейчас посчитаю сколько. Пока я насчитываю 11 серых пластин, ну и одна маленькая синдзяга наверху. В принципе, здесь, наверное, большая часть, моя массивная часть моих фигурок. И это все вы увидите в моем видео полностью с фигурками с моей коллекции. Постараюсь вскоре эту всю мою коллекцию закончить. Пишите в комментариях, если ждете на нее обзор. Ну и также здесь некоторые мои большие фигуры стоят. Ну здесь я вижу несколько пластин по «Звездным войнам». Пластина по DC Comics, по Marvel супергерои. Одна пластина по «Звездным войнам» в светлой стороне, по темной стороне. И также пластина еще по «Звездным войнам», где у меня «Изгой-1» и «Пробуждение силы», где у меня штурмовики и клоны. В общем, большое количество пластин. Самое нижнее, проспойлерю, это Чима моей фигурки. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Удачи, пока!